Чтобы следить за прозрачностью выборного процесса и соблюдением законодательства, нужно самому быть юридически подкованным. Все общественные наблюдатели предварительно проходят подготовку и обучение. У нас прошли обучение на центральных базах наши преподаватели, поэтому буквально через неделю мы выезжаем в район, чтобы можно было провести обучение наблюдателей на местах, сверить справки. Сверить дополнительно, может быть, взять людей. Принять участие в процедуре могут все желающие. Хочется отметить, конечно, вот активность таких наших студентов, молодежи, которые охотно идут сюда. И мы сейчас, наш штаб открыл прием заявлений. Мы будем принимать заявления от кандидатов в наблюдатели общественных до 23 августа. Следить за ситуацией будут и с помощью камер, их на участках установят 253.